Ирина Хакамада написала исковое заявление из-за ситуации с долгами по коммуналке за квартиру в Москве. Политик утверждает, что была обманута мужчиной, который жил в ее помещении за деньги. Хакамада ищет арендатора, который снимал у нее квартиру за 60 тысяч рублей в месяц. По договору в его обязанности входила оплата счетов по ЖКХ, но он не вносил платежи за коммунальные услуги. За год набежало около 90 тысяч рублей долга. Когда все вскрылось, Хакамада хотела договориться с жильцом лично, но он сбежал и оставил Ирину с долгами. Политика обратилась к адвокатам, которые оценили ее ущерб в 300 тысяч рублей. Напомним, весной Хакамада рассказала о проблемах с финансами. Ее скончавшийся муж оставил огромные долги по кредитам за границей. Теперь расплачиваться с ними придется вдове.